как все древние места, Девичья башня тоже это место силы, уникальнейший, древнейший храм. Здесь наблюдается очень много аномальных явлений, аномальных случаев, всякие непонятные события. Очень часто почему-то это место избрали для себя самоубийцы. Не знаю, может, из эстетических вкусов часто сбрасываются с Девичьей башни. А может быть, просто их какая-то сила тянет. Экстрасенсы здесь очень часто проводят обряды. Очищение. То есть здесь 8 башен, 8, то есть этажей, и они производят как бы йоги, там, подъем своего кундалини, всякие там эффекты производят. То есть очистительные ритуалы. Но многие спиритуалисты, там, я не знаю, ловцы духов здесь это, общаются с потусторонней силой. Вообще есть предположение, что Девичья башня это как бы труба, портал в другое измерение. Здесь выход. Как бы на Девичьей башне находится выход в высший мир, в Вальхаллу скандинавскую, там, не знаю. То есть очень много. Здесь это место окутано просто легендами. И много слухов в городе ходит про это место. Здесь наблюдается, летают всякие сущности непонятные вообще, что здесь происходит. Всякая чертовщина, короче.